хлеб по-английски пекут практически в каждой семье в Великобритании, где сохранились старые традиции. Никто не устоит перед ароматным и свежим хлебушком, который только достали из духовки. Если вы хотите полакомиться вкусным домашним хлебом, то обязательно попробуйте приготовить его по этому рецепту. Выпечка получается слегка сладковатой на вкус и очень нежной за счет того, что тесто готовится на основе молока и сливочного масла. Чтобы узнать, как приготовить хлеб по-английски, читайте этот рецепт. Список ингредиентов в конце видео. Муку просейте в большую миску вместе с солью несколько раз, затем добавьте к ней нарубленное холодное сливочное масло и превратите все руками в крошку. Добавьте к перетертой со сливочным маслом муке и дрожжи и сахар. Если вы будете выпекать хлеб сразу же после замеса, то стоит использовать дрожжи моментального действия. Молоко нагрейте до комнатной температуры или чуть теплее, затем влейте молоко в миску к остальным ингредиентам. Замесите гладкое и эластичное тесто, сформируйте из него шар, поместите в миску и накройте пищевой пленкой, поставьте ее в теплое место на 1.5 часа, чтобы тесто подошло. Вкусняшки, подписавшимся! Смажьте форму для запекания хлеба растительным маслом, обомните тесто руками и выложите в форму, затем разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте хлеб 30 минут. Вкусняшки, подписавшимся. А теперь ингредиенты. Мука пшеничная высшего сорта, 380 грамм. Молоко, 240 миллилитров. Масло сливочное, 15 грамм. Соль 1 чайная ложка. Сахар 1 чайная ложка. Сухие дрожжи 5 грамм. Количество порций 10. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Друзья, жду вас снова.